здравствуйте, друзья. Добрый день. Не скажу доброе утро. Добрый день. Вот мы на нашем строительном объекте. И тут, наверное, много уже таких изменений, которые хорошо видны глазом. На стеночке вы видите, это образцы краски. Вот они смотрят, как, каким цветом там красить. Что? Хорошо. Пошли внутрь. Через гараж пойдем. Пошли через гараж. Hello. Так. Ну что, вот это входная дверь, еще недоделанная. Так, вот у нас тут, пожалуйста, комнатка. Вот так, комнатка. И она покрашена. Стены покрашены, потолки. Потолок покрашен, а дверь покрашена. Пол лежит, розетки стоят. Ну, то есть, уже прямо вот то и выключатель. Я думаю, так включить. Ну, там еще ничего нету. Да? Так, идем дальше. О, вот наш прораб генеральный. Генеральный прораб? Да, так. А здесь у нас... Что? Да, не сговариваясь, друзья, мы собрались на объекте. Так. Sliding doors. Да. То есть это нужно заканчивать как финиш, это вот кейсинг. Ну, как обычно, да, да, я рельс, я купила полный сет. Ну, я профессиональный разговор, мы пойдем дальше. Так. Значит, да, ну что же, кухонька собирается. Смотрите, вот еще раз я захожу. Вот я захожу, бах, кухня. Здесь, по идее, какой-нибудь столик должен стоять вот тут. Вон тут, тут. Ну, вот кухня. Мы недавно были вот в доме за 2 миллиона. Люди поставили один в один вот такую же айкиевскую кухоньку. Да, хотя, надо сказать, что и наш дом будет не дешевле. Только что новый. Да. Так. Вы знаете что, с кухней как-то уже даже это впечатление почти жилого помещения. Так, это у нас island, или по-простому остров. Я не знаю, как по-русски вы это называете. Вот тут будет отдельно стоять. Вот. Пожалуйста, здесь. Я не знаю, тут мойка-то будет? Да, да, будет мойка, вот я вижу внизу. Тут тоже будет мойка. Это очень удобно, когда две мойки есть. Так, ну что же. Вот уже у нас как бы силуэт намечен. Вот смотрите. Вот так вот. Хорошо. Кухонька желтенькая. В смысле, стены желтенькие, кухонька беленькая. Здесь контрастная стена. Вот на ней там сейчас уже розеточки ставят. Так, можно сказать, что хорошо. Так, идем дальше. А вот такой вопрос. Что у нас будет со всем тем, что на улице? Там какой-то сарай железный стоит. Вот, нет, вот. Что-то уберет. А что, распиливать будем или что? Нет, это... Целиком же мы его не вытащим. Это мы все сделаем. Вы его сохранить же не хотите? Нет. Вы нет. Его хотите убрать? Да. Насчет убрать, я доктор наук. Все, окей. Кстати, насчет доктора наук. Да. Стиральная сушильная машина. Вот тут будут стоять, вот тут, вот они прямо, наверное, так, почти к проему. Вот тут мало места будет. Обычно в такой ситуации сзади еще делают какие-нибудь шкафчики вот тут на стенку, но я не вижу здесь особо места, тут дверь. Может быть и не будет особо. Вот тут наверху уже, видите, там все эти причиндалы. Вытяжка. Так. Создание мобильных строительных комплексов. Вот. А здесь уже прямо, ну, даже бумаги на полу нет, да, смотрите. Там у нас забор за окном, а тут совершенно готовая для жизни комната. Ну что же, прекрасно. Там ниша. Честно сказать, я уже не помню, что там предназначалось. Наверное, это walk-in closet. Наверное, сюда дверь встанет, и там будет шкафчик. Так, Света лучше знает. Так, вот ванная, но тут темно. Тут темно, но вы видите пол, такой же, как во всем доме пол.
Тут будет раковина, тут вы видите под туалет замонтировано, ванная уже встроена, стенки покрашены. Так. Тут у нас что? Тоже практически готовая комната, спальня. Так. Да. Да. Вот видите, люк туда вниз идет. Это walk-in closet. Да, тут шкафчик. Это шкафчик, люк вниз. А тут что? Так. Тоже вот комната. Давайте я в угол забьюсь. Так. Ай. Вот у нас здесь душ, тут ванны нет, тут душ, и тоже так все более-менее оформляется. Соответственно, туалет, умывальник. Светик, что скажешь про нашу стройку? Ну, я говорю, что так вот виден конец. Да. Правда, на горизонте еще далеко. Но здесь еще будут стоять такие стеллажики, да, на которых можно... Полочки? Будет... Да, потому что там у нас будет... Вот тут вот должно быть... Я, кстати, не вижу его. Да. Тут должно быть место для интернета, куда должен быть интернетовский кабель. Ну, Светик, не думай сейчас об этом. Я думаю, потому что... Ты об этом будешь думать, не когда ты в кабеле. Нет, но дело в том, что для того, чтобы поставить туда модем или что-то, то есть у нас тут будет стоять шкафчик, где будет стоять модем. Ну, это будет как бы open space, большая комната. Да, большая. Ты знаешь, она уже не такая большая после того, как кухню поставили. Это что здесь такое? Вот это вошер будет. Ага, дишвошер. Дишвошер. Я понял. Ну вот здесь кухня кончится, вот тут. Все. Все, вот тут она кончилась, а вот это все, что осталось от пространства. Здесь, это дайнинг, вот это, а? Тут люди кушают. Тут люди кушают. Так, смотри на камеру, смотри, все так не слышно. Тут кушают, да? А здесь вот дорогой диван. Ну, по любого размера диван. Диван к стене. Вот тут к стене, а там можно телевизор. Туда телевизор. Ну, хорошо. А там еще остается место, которое не поймешь какое. Там можно кресло поставить, например, лампу какую-нибудь. Или такой сделать ситинг, такую эрию такую. Ну, место есть, место есть. Нет, места полно, на самом деле. Даже удивительно, что гараж на одну машину может превратиться в такую большую ливинг-рум. Это вот это было гаражом? Это было гаражом. Помню тот гараж. Интересно. Слушай, а вот эти вот провода как-то такие жуткие там вот идут. Давай мы выйдем на улицу, поговорим, что там на улице. Ну, говори отсюда. Вот эти вот страшные провода, которые торчат. Но они же не наши вообще. Это идут провода даже, наверное, не электрические, а, скорее всего, это или интернет, нет, или телефон. Электрический, или не телефон. Сомневайся, конечно. Нет, электрический вот идет белый, толстый, видишь? Вот это он к нам идет. Ну, а да. Я говорю, вот так а оно вот, тут. Вот эти все вот это телефонные, это, видишь, это маленькие провода. А, электрические тоже там же. Вот. То есть так все и будет? Вот. Оно так все и будет. Вот по новым стандартам заставляют уже копать и все это делать под землей, но поскольку... А у нас перестройка, нас не заставили. Нас не заставили, да. Ладно, что, пойдем в дом. Хорошо. Ну что ж, хорошо. Я чувствую, что вот немножко осталось, вот по твоим понятиям, сколько еще до сдачи в эксплуатацию объекта? Я не могу сказать, потому что я не владею этим вопросом. Так, эти двери не сделаны. Почему не сделано? Ну, потому что тут нету штучки, и она не закрывается. Ну, да. Она должна закрыть. Там нету. Раз. Там нет. Ну нету, значит нету, Света. Там нету, куда она. Ну то ты скажешь, сделают. Да. Мы же на стройке. Да, да. Ну, во всяком случае, вот отсюда на кухне очень красивая. Она такая так. Беленькая, там холодильничек встанет, и вот так будет красиво. Еще здесь будут, вот будет каунтер, такой темно-серый, мы купили стальной, такого цвета, как цемент, да? Ага. А вот где окошки, там будут такие же подоконнички каменные. Окей. Вот, это все будет очень симпатично. А вот где вытяжка, я уже вытяжку заказала. Над вытяжка над плитой. Над плитой, да. Да. А, там нужно будет выложить чем-то до верха. Угу. Вот, выложим чем-то. Ну, вот красота, просто красота. Хорошо. Вот. И светло получается, это освещение, конечно, дорого стоит, что так светло.
Этот дом заиграл. Ну, мы, собственно, изначально так планировали. Ну, вот там... то, что ты видела в воображении своем тебе представлялось, это то, что примерно получается? Да, или... конечно. Вот это же самое прикольное строительство. Так как мы строили, строили, наконец построили. Это же самое прикольное. У меня же софтвер, который позволяет делать 3D модели. Визуализацию, да. И вот этот цвет, это было очень важно, чтобы ты сделал цвет, потому что совершенно, совершенно со светом другое дело. Вот появились те два скайлайта, этих сантанов, да. И просто все заиграло. Вот сверху свет пошел, да. А что они там еще вырезают? Дело в том, что когда поставили вот эти вот сантоны, видишь, там лампы оказались на пути. Да. Там же фрейм находится еще, который не видно. Так. И эти лампы придется подвинуть, потому что они не получаются. Понял, то есть они не в том месте оказались. Да, они оказались не в том месте. Что дальше? Дальше мы здесь собрали кухню. Да. Завтра я привезу каунтертапы. Да. И гранит, мы гранитные, закончим, да? Здесь каунтертапы гранитные. То есть кухня будет готова. Мы сейчас заканчиваем вот эти мелочи, проемы дверные, так. И, пожалуй, мы выходим, мы ставим финишную электрику, да. Пламбинг, подключаем water heater, и мы выходим на final inspection. Ну хорошо, так и сколько у нас займет? Я думаю, у нас один вопрос, который связан с бюрократией, это вот этот митер. Водяной? Да, водяной митер, который нужно адаптировать к пожарной системе, спринклерной системе. То есть они должны принять его пожарную? Они должны разрешить. Ага. Это им принадлежит. Дороги, пути и так далее. Митер сам. То есть они должны прийти, посмотреть? Они должны дать разрешение на переоборудование этого митра с одного диаметра на другой, который позволит такое определение. Они должны прийти для этого или могут не заходя? Это уже зависит от них, как они, или они просто разрешат, или придут. Да. Ну хорошо, а вот территория, вот скажем, территория, это что-то тоже месяц работы или там две недели или что там? Здесь, я бы сказал, нужно принципиальное решение, что с этим делать. Ну, да. Мы где-то на графике, на следующей неделе, наверное, мы сделаем крылечки бетонные, которые положено быть. Да. И почистить это все, а уж как, то есть, ну, создать грейдинг там элементарно. Да, да. Да, то есть это не месяца, ничего. И после этого станет вопрос, то есть оно для инспекции, оно как бы... Годится, да. И забор, наверное, надо начинать делать. Да. То есть, я думаю, забор вообще за пару дней можно сделать. Нет, за пару дней ничего не решается. Понял, за пару дней даже не приходит эстимейтер что-либо делать. Угу. Ну что ж, хорошо, Света, давай мы попрощаемся со нашим зрителем и пойдем дальше.